На конкурс «Дети читают стихи» читает Михаил Колесов, 16 лет, ученик 10 класса ЧОУ «София», город Новосибирск. Стихотворение Булата Акуджавы «Бумажный солдатик». Один солдат на свете жил, красивый, отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь, в дым, за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных, а почему? А потому, что был солдат бумажный, и он, судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь? Ну что ж, иди. Идешь? И он шагнул однажды, и там погиб он не за грош, ведь был солдат бумажный. Мне нравятся стихи Булата Акуджавы. Они лиричны, с оттенком иронии. Герой стихотворения «Бумажный солдатик» сродни стойкому оловянному солдатику из сказки Андерсена, сродни Дон Кихоту. Но «Бумажный солдат» — это не только условность. Это стихотворение автобиографическое. Акуджава 17-летним ушел на войну. Он был минометчиком, он был связистом, а также он был запевалой. Он говорил о себе: «Я был очень смешной солдат, и, наверное, толку от меня было немножко». Такой негероический герой, обладающий внутренним стержнем. Это с точки зрения стороннего наблюдателя солдат сгорел не за грош. С точки зрения Акуджавы все обстоит иначе. Бумажный солдат руководствуется высокими, светлыми идеалами, которые помогают ему преодолеть будничную реальность с ее тяжелой правдой. И пусть переделать мир не так легко, в огне можно сгореть, но стремиться переделать мир стоит.